Путину совсем это не нужно. Ему нужна стабильность в 2024 году при такой финансовой, экономической, политической самой системе не будет никакой стабильности. На Грудинина просто навалились лучшие хозяйства и ничего не хотят делать. Официально заявляю, что народные предприятия, которые мы создавали вместе с Примаковым, Масляковым, Геращенко, мы не дадим растащить. Мы будем защищать, как отцы и деды защищали Брестскую крепость, Сталинград, Москву, сражались на Орловскую, Курскую дыру. Что бы вы ни делали, не дадим разворовать и растащить. То лучшее, что создано, что рождает надежду. Прокурору 336 человек вручил наш великолепный свой прокурор, который Синельчиков. Почему он месяц молчит, когда душат хозяйство саблинско-полихатовской шайки? Почему такое происходит в государстве? Зарплаты, пенсии, стипендии не растут, индексируются на гроши. А цену выперли так, что люди не в состоянии свести концы с концами. Мы предложили вариант, как решить эту проблему. Народные коллективы, он сам давал поручения. Мы провели вместе с правительством большой семинар. Выступили на этом семинаре академик Кашин, лучший руководитель наш, Грудинин, Сумароков, Казанков. Обобщен опыт, показан и представлен. И одновременно после того, как он поручил провести семинар, через 2-3 дня приперлись люди в погонах и стали мордовать и душить эти предприятия. Я вот завтра вместе с депутатами всей фракции выезжаю в совхоз Ленина для того, чтобы рассмотреть обращение коллектива. 336 человек обратились к президенту, дайте нам возможность работать и жить. Мы лучшие предприятия страны и Подмосковья. Ответа не получили, хотя президент заявил о том, что не позволят никому раздербанить народные коллективы.